Брак – это долгий и скучный обед, на котором десерт подается первым. А бои – это не только кровавое месиво и нокауты, а еще и веселые моменты. Приветствую вас, молниеносные черепахи! С вами Федорович, поэтому наслаждайтесь видео. Когда боксеры танцуют лучше, чем дерутся, это горе, но зрителям радость. Мечты начинаются тогда, когда заканчиваются возможности. А для рефери радость от взятки заканчивается тогда, когда боец берет справедливость в свои руки. Человека встречают по одежде, а бойца по тому, как он заходит в ринг. Но и это не главное, ведь победу может одержать каждый, но не каждый может красиво с ринга уйти. Ката, все должно быть красиво, координация, четкость движений и нырок в бассейн. Если тебе плюют в спину, значит ты идешь впереди. А если над тобой смеются в ринге, значит тебя точно запомнят. А почему бы и нет? Если забираешь здоровье у соперника, то нужно продлевать его зрителям. Когда бабуля за лето откармливает внучку до размеров Годзиллы, ждите боя, ведь внучка теперь может ускорить процесс наследства. Обезбашенный герой не сражается с драконом ради принцессы, а остается жить с принцессой, когда оказывается, что она дракон. А настоящий боец без шоу не нокаутирует, прямо как Агастес со своим стилем пьяного мастера. А вот когда мастер пьяный и показывает в ринге шоу, скорее всего нокаутирует его. Два пельменя – это сила, которую не выдержит ни один ринг. Нельзя иметь дело с человеком, которому не доверяешь. Так и нельзя давать рефери судить, если он объявляет победителем ту, которая больше понравилась. Когда у тебя мужское хозяйство больше, чем у слона,
Конечно, можно троллить соперника и окончательно уничтожить его самодостоинство, загнав в депрессию перед боем. Мужики, если вы проиграли бой в одну калитку, да еще и досрочно, не нужно после боя рыпаться на победителя, а то можно заснуть надолго. Великий человек не идет по следу других, а великий рефери Стив Виллис делает шоу покруче, чем бойцы в ринге, благодаря своим неприкрытым эмоциям. Все забегают в клетку, чтобы драться, но только избранные из нее выбегают. Под дождем можно гулять, а можно мокнуть. Так же и в бою. Можно исполнять, а можно получать. А вот Перейра в своих боях всегда делает шоу. Когда есть цель, не должно быть препятствий, даже в виде опущенных штанов. Когда в ринге встречаются два титана, можно ожидать чего угодно. Разорванных канатов, разбитых яиц и даже танцев. Когда два великих борца делают проход в ноги, главное не стоять у них на пути. Пацаны сами себя нокаутируют. Ничто так не действует на нервы, как крепкие нервы врага. А ничто так не страшно для боксера, как упасть от собственного удара. В бою, как и в жизни, главное не только красиво победить, но и не умереть на праздновании победы. Нельзя повторить одну ошибку дважды. Второй раз это будет уже не ошибка, а выбор. Потому-то парнишка и убегает от красавиц. А почему, я вам уже рассказывал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, от чего посмеялись, а от чего поплакали. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете, став спонсором канала по ссылке возле кнопки «Подписаться», увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и посмотреть серьезные обзоры боевых бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И обязательно подпишитесь на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем» также по ссылке в описании.
Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.